Она была воплощением своих песен, нежная, трогательная, душевная. Так говорят о Валентине Толкуновой коллеги и поклонники, теперь уже в прошедшем времени. Сегодня 63-летняя артистка скончалась в больнице, не выдержала сердца. В последнее время она чувствовала себя совсем плохо, у нее был рак, но продолжала петь, потому что не могла иначе. Больше всего на свете она любила лето, но до своего дня рождения не дожила каких-то 3 с небольшим месяца. Воистину, народная артистка Валентина Толкунова. Певица, с чьей песней ассоциировалось самое дорогое, что было у людей. Семья, мама, дети и любовь. Спят мои сокровища чумазые, носики, носики сопят. Лишь только последние годы о Толкуновой было слышно немного. Она вела достаточно закрытый образ жизни и неохотно контактировала с прессой. А в советские времена ни один концерт не проходил без ее нежного, проникновенного голоса и искренней манеры исполнения. Валентина Толкунова не была карьеристкой. Она, как и многие сегодняшние звезды, начинала свою эстрадную деятельность в Москонцерте. Но главное для нее была музыка. Она еще 10-летним ребенком начинала пробовать силы в ансамбле детей железнодорожников под управлением Дунаевского. Закончила Институт культуры и музыкальное училище имени Гнесиных. Свою первую народную любовь Валентина Толкунова заработала в 1972 году с песней Шаинского «Ах, Наташа, Наташа». Все мы заражены нашей потрясающей страной, нашей России, которая нам дает так много. Не прошла. Это потом уже будут «Носики-курносики» и легендарная песня «Стою на полустаночке». На одном из своих последних концертов, посвященном юбилею Александры Пахмутовой, Валентина Толкунова, несмотря на тяжелейшую болезнь, выступила со свойственной ей теплотой, и только близкие знали, что ей это стоило. Сердцем своим огорячим вместе буду любить тебя всегда. Песня «Я не могу иначе», которую она исполняла уже много лет, вызывала у зрителей бурю самых нежных эмоций. И в этих словах, которые наизусть знает каждый второй житель бывшего Советского Союза, Валентина Васильевна как бы сообщала, что иначе она не может. Не может не выступать, не может не дарить своему зрителю то, что дарила всю свою жизнь. Это любовь, это нежность и чистосердечие. В минувшую субботу народной артистке РСФСР стало плохо, и она попросила привести к ней священника. Сегодня в 8 часов утра легендарной Валентины Васильевны Толкуновой не стало. Александр Бузалаза, «Вести».